Это война. Нам ее не выиграть. Если вы скажете хоть слово о том, что здесь услышите, вас обвинят в государственной измене. Кто вы? Алан Тьюринг, один из величайших математиков. Представляю вам Энигму. Это величайшая шифровальная машина в истории. Немцы используют ее для передачи своих сообщений. Существует 159 миллионов, миллионов, миллионов комбинаций. Ее шифр невозможно взломать. Я попробую и дам вам знать. Мистер Тьюринг, вы в курсе, сколько людей она погубила? Троих. Пока мы здесь с вами говорим. Черчилль назначил главным Алана. Кит и Чарльз, вы уволены. Любимчик профессоров, да? Нам не хватает людей. Значит, найдем еще. У вас есть 6 минут, чтобы выполнить задание. Это вообще реально? У меня ушло 8. 5 минут 34 секунды. Вы просили успеть за 6. Так в чем наша задача? Взломать нацистский шифр и выиграть войну. Чтобы взломать этот безумный код, нужно и самому быть гением. Неважно, насколько ты умен. Энигма умнее. Только машина может быть умнее другой машины. Хоть одно сообщение вам удалось расшифровать? Мой дешифратор работает. Рано или поздно ты ошибешься. Что если Джоан меня не привлекает? Это противозаконно. Они найдут способ избавиться от тебя. У тебя больше тайн, чем у кого-либо. Я преступник или герой войны? Не вам решать, кому жить, а кому нет. А кому тогда? Вам никогда не понять всю значимость моей работы!